Достоверных сведений о том, кто является автором идеи бессмертного полка, нет. На это право претендуют и журналисты из Томска, и ветераны из Тюмени. Но это уже не важно. Проект, стартовавший в 2012 году, получил поистине народное признание. И его главная идея – сохранение памяти о поколении, прошедшем войну, достигнута. С каждым годом в акции «Бессмертный полк» участвует все больше участников. И в этом году в пятый раз к этой акции присоединился город над Бугом. Город, где цену победы знают не понаслышке. Для Бреста и его жителей Великая Отечественная война – это целая эпоха. Крепость первая приняла на себя удар, и город, четыре долгих года проживший в оккупации. Практически в каждой брестской семье есть ветераны войны и труженики тыла. Сегодня поколению тех, кто ковал Великую Победу, говорят спасибо их потомки – участники бессмертного полка. Память не стереть. Внуки, правнуки, праправнуки, мама и отец – мы помним их всегда. Это они принесли нам эту победу. Они донесли до Берлина. В тяжелейших условиях шли, и вот теперь мы все вместе идем с ними в одном строю. Мы действительно последнее поколение, которое видит ветеранов. И нужно продлить их жизнь памятью. Самое главное. У нас продолжение памяти предков. У нас служит сын, он офицер. Вот, он продолжает традиции. Это мой папа. Вот фотография. Вот. Мы защищаем Родину, продолжаем защищать Родину. Это память, прежде всего. Это моральный камертон, морально-нравственной настроенности, чтобы мы сохранили величие духа, того духа, который победил в этой войне. Среди 9 тысяч участников бессмертного полка, ставшего в этом году рекордным по числу, немало гостей из районных центров Брещины и города Минска, а также из Украины и России. Для них Брест своего рода символ победы. И сегодня они вместе с брещанами вспоминают своих родных, воевавших за одну общую на всех победу. В начало войны мой дед находился в воронежской командировке, а бабушка с мамой, получается, попали под всю эту заваруху. И воспоминания моей мамы, ныне покойницы, как ее бабушка эвакуировались в полуторке в машине, как слетел самолет на них, как построчил, пролетел мимо. Поэтому Брест, Обрин, ну, во всяком случае, для меня это очень дорого. Плюс ко всему, мы с 2011 года здесь участвуем в реконструкции 22 июня. Ни разу еще не пропускали, и пока живы будем ездить. 9 мая в одном строю павшие и живые в этой уникальной преемственности поколений, единении прошлого, настоящего и будущего, которое происходит по велению души и сердца, кроется идея бессмертного полка. Их внуки и правнуки, наследники победы, не просто отдают долг памяти, здесь передают ее по наследству своим детям. У нас еще очень много гостей из районных центров, из города Минска. В Бресте пройтись в колонне с портретами своих предков – это особое ощущение. Прийти в то место, где впервые наши предки показали настоящую силу и духа, и нашего оружия – это дорого стоит. Это особое ощущение. Завершился марш бессмертного полка на площади церемониалов легендарной Брестской крепости. Мимо вечного огня вместе со своими потомками в большом параде победы шли те, кто своим подвигом на фронтах Великой Отечественной и трудом в послевоенные годы сделал страну независимой и подарил современникам возможность жить под мирным небом. Дед мой, Бурлаков Василий Васильевич, 44-го года на фронте, пошел добровольцем в 17 лет, бился с нечистью, вот, дослужился до командира технической части, воинской части 23-277. Он летчик. Я горжусь каждым абсолютно, кто принимал участие в боях за нашу независимость, за нашу Родину. Низкий поклон всем ветеранам, всем павшим. Мы чтим память наших предков. Ирина Шойдорт-Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.